Оперативное совещание началось с кадрового вопроса. Валерий Венцер рассказал, что в июле этого года Видновская РКБ наконец обрела главного врача. Кадровые перестановки коснулись и управления дорожного хозяйства, и управления МВД. Также именно в прошлом месяце было принято решение преобразовать район в округ. В течение ближайших 6 месяцев пройдут выборы в Совет депутатов городского округа. Следующий год будет годом переходным. Бюджет будет приниматься районом и поселениями, исполняться уже городским округом. В этот период нам будет нужно подготовить и финансовую составляющую, налоговую базу. Валерий Венцер напомнил, что теперь главы поселений должны отчитываться о проделанной работе перед жителями раз в полгода. В июле такие отчеты прошли во всех поселениях муниципалитета. Лето – самый активный период по ремонту и благоустройству. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков доложил о начале ремонтных работ в 3-м хирургическом отделении РКБ. Мы приступаем к комплексному капитальному ремонту нашего 3-го хирургического отделения со сроком окончания в конце первого полугодия 2020 года. Но здесь, соответственно, и фасадные работы, и кровли, и внутренние инженерные системы, и отделочные работы. Полным ходом идет благоустройство пространства вокруг кинотеатра «Искра». Демонтаж практически завершен. Идет планирование территории и отливка бетонного основания под укладку плитки. За прошедший месяц отремонтировано 85 подъездов, 13 муниципальных дорог и 10 дорог по программе «Дороги Подмосковья». Продолжаются работы по созданию выезда из 6-го микрорайона Видного на трассу М4 Дон. Проведены работы по выносу оси дороги, работы с земляными массами, проведена механизированная очистка створа дороги, планировка территории. Соответственно, участок полностью готов к укладке первого слоя асфальтобетона. В связи с прохождением участка строительства через заболоченную местность, застройщикам сейчас корректируется проектное решение укрепления оснований под устройство дороги. В конце июля старый город и новый микрорайон Зеленой аллеи наконец-то стали единым пространством. На соединяющих их пешеходные дорожки положили асфальт, установили пандус и лестницу, провели освещение. В другом новом микрорайоне тоже кипит работа. Строительство КНС Купеленки идет в плановом порядке. Завершены работы по заливке внутренних стен приемного резервуара канализационно-насосной станции. Устроен самотечный коллектор от многоквартирных домов к канализационно-насосной станции с 3 колодцами. Завезены сэндвич-панели для строительства павильона над КНС и, соответственно, начат монтаж металлических конструкций. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас готовы 62% многоквартирных домов. А к 1 сентября планируется достичь 100%. В завершение совещания глава муниципалитета дал ряд поручений. Так, к 15 августа все образовательные учреждения должны быть готовы к новому учебному году. Валерий Венцер взял под особый контроль проблему обманутых дольщиков, а также вопрос с нелегальными точками торговли бахчевыми и несанкционированными свалками. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.